14 октября 2023 год, и афоризм на сегодня такой, реплика. Решил попытать счастье. Не перенеся пыток, счастье скончалось. Написал этот стёб 21 мая 2011 года. Что у меня про счастье есть? Еще хороший есть у меня про счастье афоризм. Мне до счастья рукой подать. Подайте, кто сколько может. Это старый афоризм, не надо мне ничего подавать. Все в порядке в этом смысле. По-моему, смешно. Не до счастья рукой подать, подайте, кто сколько может. Счастье — это когда есть повод пожить подольше. Вот у меня еще есть про счастье. Да, и в 14-15 году я под счастьем воевал в блиндажах. Накаркал себя, называется.